Добрый день, негабальчане. Ну, марганчан, покровчан пока это не будет касаться. Что бы хотелось сказать? Все видите, что происходит у нас в стране, в городе. Я не буду на этом останавливаться, ну, только на городе остановимся. Я вас просто очень прошу, давайте забудем о каких-то своих партийных принадлежностях. Мы все в единой команде. Захожу в Facebook, общаюсь с людьми на улице, начинается опять вот этот блядский шмурдяк, понимаешь, кто в какой партии, кто что когда-то говорил. Вы вообще нормальные, оглянитесь вокруг, что происходит. Я, вы знаете, как относился к нашему президенту Зеленскому. Я его критиковал, долбил, смеялся, но сейчас я вам заявляю, у нас лучший президент. Если капитан КВН вдул КГБиста, это супер. Он молодец, все в Киеве. Постоянно держит украинцев в курсе всего, что происходит. Ведет себя отлично. Также наш мэр. Каждый вечер. Добрый вечер, никопольчане, и сводку. Каждое утро, доброе утро, никопольчане. Вчера я с ним встречался, всегда на связи. То, что если были какие-то разногласия, все это давайте отодвинем в сторону, за скобки. Сейчас нужно всем сконсолидироваться и стоять на обороне города. Особенно хочу обратиться к тем, ну, у кого мозгов практически по факту, походу, вообще нету. Они не понимают, что война сейчас. Война. Пацаны, мальчики, девочки, война. Не учебная, блин. Понимаешь? Вот. А вы начинаете по привычке, по своей, блин. Значит, ага, когда непонятно, как в городе свалили. Вас не было видно. Я перенаберу у меня запись. Срочно? Срочно, нет? Все, принял, давай, да. Вот, значит, что я остановился? Война. Да. Блин. Некоторые по привычке. А, некоторые, вот, что я по привычке хотел сказать. Вы привыкли, знаешь, вот, под выборы свалили, да, под выборы только появляетесь, бля, и начинаете, то хреново, то хреново. Раз вы свалили, короче, с города, как думали, ого, что будет, да, потом вы сейчас появились, а, короче, поодевали форму, кто не поодевал, блин, понимаешь, блин, и начинаете, там плохо, там херово, блядь, все отлично, городской голова работает, депутатский корпус работает, волонтеры работают, блокпосты, тероборона работает. Артеменко, если вы его не видите, это не значит, что он не работает. Понимаете? Вот. Давайте вот с этим как-то. Я, есть люди, с которыми я годами не здоровался. Я вчера был во многих местах города, да, и я со всеми здороваюсь, со всеми общаюсь, всем готов прийти на помощь. И также, если я вижу, что это, ну, наши, что это украинские, наши люди. Вот давайте на этом и как-то сконсолидируемся и будем дальше продолжать жить, работать, воевать, отвоюем и будем восстанавливать Никополь и отношения. Тогда будем разбираться. Вот смотрите, перед тем, как что-то выложить, возьмите, позвоните, у вас есть телефоны. Возьмите, вот сегодня Оксана пришла, говорит, там жаловались, бомбоубежище не хотят открывать. Где? Юридической академии. В юридической академии. Все, позвонили Тутурову, понимаешь, все, все нормально, все. Вот так. Какие-то, я не знаю, как назвать даже, вот люди выложили материалы в Фейсбуке, что тероборона там среди этого, среди микрорайона, не буду говорить какого, выставила гаубицу, мы их там шуганули, блин, и, короче, они убрали, что это за враги народа, что они в этом районе хотят ставить. Во-первых, это человек, который пишет, сам этого не видел, первое. Второе, вы шуганули, молодцы, не шуганули бы, позвонили бы мне или в тероборону, или там куда угодно, и все этого бы не было. Зачем, у меня вопрос, зачем это писать? Вот вопрос.
Зачем сейчас поднимать какие-то межполитические вот эти свои грязные склоки, розни? Пацаны, давайте все оставим за скобками. Президент у нас реально классный. Мэр на своем месте. Отлично работает. Депутатский корпус отлично работает. Тероборона отлично. Военные отлично. Я не могу всего рассказать. Как единственное, что может быть, это несогласованность действий, да, когда думают, что то диверсант, а то наш оказывается. Потому что у нас здесь довольно-таки сил защитить наш родной город Никополь. Все будет Украина. Слава Украине! Могла еще сказать, что мы в одной партии.